Шаповалов. Политолог, публицист, писатель. Игорь Николаевич, очередная новация нашего правительства, реформа этого правительства. Что вы думаете по этому поводу? Будете ли вы противодействовать? Ну, молдавского. Не, реформа... Сокращение министерств и так далее. Ну и заодно оно связано с этим. Реформа здравоохранения. 60 больниц собираются оставить 4, 7 региональных, где люди лечиться будут. Ну, во-первых, то, что касается реформы правительства, уменьшение количества министерств, я с этим согласен. Я считаю, что чиновников у нас слишком много. Я помню, когда я был сопредседателем межправкомиссии Молдо-Швейцарской,